Доброе утро. Третий день похода сегодня. И дойдя до Щёрса, подведя итоги, сколько мне продуктов осталось, ситуацию в стране, решил развернуться и идти обратно. Поэтому сегодня держу путь в сторону Чернигова, вниз по течению. Думаю, полегче будет. Плюс ветра нету. Надеюсь, так каждый день оставшийся будет. Солнышко, тихая погода. Здорово. Стоянку я убрал, как всегда. Все чисто на стоянке. Напоминаю, убирайте за собой. Делайте места после вас такими же чистыми, как и до вас. Все, пожалуй, в добрый путь. Утром третьего дня ветер отсутствовал полностью, его не было от слова совсем. Отчалив от берега, моя лодка заскользила по водной глади так, словно парила в небе. Отойдя немного от города Сновск, я продолжил любоваться красивейшими пейзажами и следить за прилетом птиц. Все вокруг торопилось жить. В общем, одним словом, весна. Вот перелетные утки возвращаются из теплых краев, обгоняя друг друга, словно желая занять лучшие места на реке. А вот зимородок или птица-рыболов после удачной охоты отдыхает на ветке в лучах восходящего солнца. А это уже знакомая нам камышовая овсянка. Этот самец, радуясь первым лучам солнца, поет, удобно разместившись на верхушке одного из этих кустарников. Thank you.
Просто для истории. В декабре 17-го я смог уже в темноте лодкой с разбегу заскочить на этот берег. И перепад там был высот сантиметров 50, может быть. Сейчас до воды метра 2, может быть, 2,20. В общем, 10 часов на часах, и не рискну я снимать со штатива, он у меня самодельный здесь на носу, так как обрыв небольшой, сантиметров 30-40, чтобы телефон не плюхнулся у меня в реку. Снимаю я, кстати, на телефон Philips 6610. Может быть, качество не очень, но очень долго держит аккумулятор. Вот, в общем, плюхнусь как-нибудь, а потом уж сниму, как я отчалил. Ну, собственно, было несложно, но все равно страшновато за телефон. Съехал аккуратненько, да и все. Зимой это проще сделать, как на санках. Так уж сложилось, что у меня очень много видеоматериала, снятого на этой реке в разное время года. И уже в процессе монтажа мне захотелось оставить для истории сравнение уровня этой реки с зимой 2017 года. Проще всего это сделать на примере мостов, беседок и других строений. Прямо сейчас будет пару таких мест, а чуть ниже по течению еще два моста. Вряд ли они любители Венеции. По-моему, так было. По всему видно, что река сильно-сильно в разливе. Вряд ли они любители Венеции. Вот так вот петляет река. Там исток, там устье. На 180 градусов. Я только что вернулся оттуда. И снова река уходит практически в том же направлении. Здесь за поворотом также она уходила сюда, в левую сторону. Как змея извивается. А сейчас представьте, что в этой лодке сидите вы. Отложим в сторону весло, и пусть течение реки снов увлекает нас в сторону моря. Никакой музыки и болтовни, только естественные звуки, шум ветра, всплески воды и пение птиц.
Ну что, посмотрим еще один мосток. Высота и уровень воды на апрель месяц. Чтобы достать, нужно хорошенько весло поднять. А теперь тот же мост, зима. Ух ты, ё-моё, вот это да. Ну, прям весной, один к одному. Уровень высокий. Уровень был под самый мост. Здорово, вообще на реке никого. Если еще вчера, позавчера было там пару человек, одна компания, выходные дни, то сегодня просто вся река моя.
После полудня я заметил хорошую стоянку на краю соснового леса, поэтому, не раздумывая, вышел на берег, чтобы подкрепиться и немного отдохнуть. Отличное место для обеда. Как раз где-то около часа, полтора. Лучше места не сыскать. Дров полно, сэкономлю газ и погрею свои пакеты с готовым обедом на дровах. Дабы не терять время, свой чай я заварил в термосе. Сидя в лодке с теплой кружкой в руках, продолжил любоваться видами. А река, увлекая своим течением, словно экскурсовод, показывала свои берега, вращая мою лодку в разные стороны. Здесь у меня обнос этого мостка был по правую сторону зимой. Также воды было выше. Пойдет. Чем ниже солнце спускалось к горизонту, тем тише становился ветер, а пространство наполнялось пением птиц.
Время от времени я останавливался, чтобы послушать этот бесплатный концерт. Артисты не требовали никакой платы. Единственным их условием было не шуметь. Выслушав одно выступление, я отправлялся дальше, вниз по реке, словно меняя концертный зал. И уже там, буквально за поворотом, сменялись не только декорации, но и выступали другие, не менее виртуозные мастера певческого искусства.
Фух, честно говоря, уморился немножко. Видно, что нос у меня сгорел, вот это да. В общем, не дошел до того места, куда хотел. Но вот по пути нашел такой пляж, выход удобный. Решил, бог с ним. Потому что то место, оно находится самое последнее, и дальше только Сеньев. Если там занято, то я в пролете. Здесь никого нету, а дрова я найду, потому что после зимы их хватает. Выхожу, фух, устал. Я думаю, километров 50 или 55 до сегодня рубанул. Гуляю, это еще и видео, и фотосъемка. Все-таки вниз полегче будет. Выбираю, ставлю лагерь, разбиваю палатку. И готовлю что-то на ужин. Отбиваюсь и баньки. Обычно на стоянке хватает того, что я не снимаю спас-жилет. Мне не холодно. Тут перестал грести, вышел на берег. И, блин, дубак такой начинается. Видно, что нагрелся днем. Сам влажный, а температура снова падает. Руки начинают зябнуть. Поддеваю пуховку, ставлю лагерь. Не знаю, камеру, может, где-то поставлю, пускай снимает, потому что будет не до нее, по большому счету, сейчас. Уже вечером, сидя у костра, в окружении невероятной симфонии звуков, мне и самому захотелось подыграть этому миру.